И снова всем привет. Так, одного уже я загасил. Печкой воспользовался, потому что забываю ими пользоваться упорно. Все-таки мне интересно кое-что другое. Где тут еще эти? Не, в этот раз, погодили, там не майн была, а другая какая-то хрень. Зачем я их уничтожаю? Может, привычки. Страшно. Я боюсь. А вот теперь мне будет жарко, да? Убить всех! Ладно, я живой. Не заражен. Меня только ласково поцеловали. Ага. Где ты, тварь маленькая? Я ж тебя помню, ты здесь есть. Ох ты, козлина! Вот и стой так. Капец. Да, мясо с них точно лучше не добывать, честно скажу. Дороже, блин, выходит. Ну, рейсиков, кстати, тут неплохо. Ага, и здесь тоже не кисло. Так, пошли-ка, пошли посмотрим. Хорошее, конечно, это местечко. Можно его захватить, использовать в своих подлых целях. Но, увы, друзья, и ах. Увы, и ах, к сожалению, нет. Начинается автоудаление структур, которые я тут почистил. Так что про подлагивание вы уж простите. Здесь никуда не деться, потому что если я выйду, начнется таймер, блин, по-новому. Это меня самого раздражает. Так, и что ж. Здесь есть какие-нибудь секретики, вижу. Давайте-ка слетаем. Ра-ра-ра-ра-ра. Ну-ка. Блин, вот это лабиринт. Скажу вам. Ага. Понятно. Здесь у нас что? О, надо сюда сходить. Да, я понимаю, мне это все нафиг не нужно, но все-таки интересно. Блин, запрыгнуть ты сюда не можешь. Не, ну я хотя примерно понимаю, как это все теперь работает. То есть, по идее, надо уничтожить ядро, потом летать в дронах и ситой тяжелой броне. Ну хотя, может, попробую комплектов 2-3 на джетпак установить. И может с этого выйдет что-то отдельное. Давайте таблетку для желудка съем на всякий случай. Я вообще где здесь? Милота. Так, а... Мне, по идее, здесь надо наверх, да? Ага. Давайте-ка пошаримся. Да нет. Погоди, стоп, 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 стоп. Ага. Теперь отсюда еще выбраться. Так, ну забавно, конечно, забавно здесь все. Опа, опа, опа.
Ну, так. Как мне отсюда выбраться? Ладно, давай, короче, сюда загорцуемся. В этот бред и безумие. Пойдем-ка посмотрим, что там вот за этой стеной. Оп. И вообще нахрен где? Да куда я, простите? Вспомнил. Здесь все еще сложнее, чем я думал, да? Лабиринт, блин, ядрить налево. Нет, нет, все не нужно. Ага. Откройте мне секретик. Что же здесь тут есть? Ну, неплохонько, неплохонько. Знаю, удалится эта шахта автоматом или нет. Так, пентоксид нафиг он мне пока не нужен. Где-то еще секреты есть. Ну тут сейчас от секретов, вот реально, после того, как убрали эпичное вооружение, блин, ну вообще-то нету толку. Если честно, без бре. Тут бегать, что-то искать. Ну не знаю, разве что буры. Да толку-то от этого не очень-то и много. Конечно, прикольно, ловушки я все обчесал, мне это понравилось, но мне тут от буров-то толку нет. Я их буду продавать, а руду буду выкапывать. Мне было интереснее играть первую. Вообще выбраться, простите. Такой скромный вопросик. Ой. Мне тут что, теперь скакать? Не лучшая идея, которая могла быть у меня вообще, в принципе. Поскочим. Сайгак. Давай, 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 в тебя верю. Молодец. Неплохое местечко, как бы вот для базы именно, но хз, друзья. Я лучше базу сам построю. Построю я ее, вот не знаю. Надо посмотреть, как бетон красится, потому что я вот что, свою базу не отстраиваю, мне надо посмотреть, как красится бетон. Если бетон вообще никак нафиг не красится, то я, собственно, базу да и делать-то и не буду. Бетона. Я ее буду делать с оружейной стали. Да, это дорого, да, согласен. Понятно. Это дорого, я соглашусь, но мне нужна эстетика и красота. То, что дорого, мне глубоко пофигу. Это одиночка, в конце концов. Ну, тут торговлей, да. После того, как я расширил торговлю, здесь хотя бы можно это подумать, как все делать. К тому же, я с этой базы могу столько блоков собрать, что жду станет. Ура. Мы, друзья, одолели эту долбанную базу. Это довольно-таки неплохо, кстати говоря. Такс. Бинты, бинты. Это сразу весь хлам весь сложу. Кроме этого. Эх. Игра, конечно, приобрела некоторые специфические свойства. Это и вида тяжелая броня. Шуры-муры, все дела. Но. Есть еще много нюансов. Так, Комарей, давай-ка к нему сгоняем. Нашел. А, ну понятно, он стал нейтральным, сразу пристыковался. Какой ты молодец. А, ну правильно, мне прям сюда вот так вот ехать.
Кумры, кумры, вон он. О, сейчас начнется. Его убивать не надо? Или он добрый? А, нет, не добрый. Место для фарма. Вон, блин, по территории походи, вот тебе место для фарма. Что-то я туплю, если честно. Можно какой-нибудь, кстати говоря, бункер поставить здесь. Я хотел сделать скриншот. Какой-нибудь нормальный скриншотик я хотел сделать. У меня нет скриншота этого объекта. Порядок. И к серии влеплю. Я начну ее заливать. Такс. Запрыгнули и погнали. А теперь смело горцуем, мы, друзья, в бой. Не. Да блин, что это всех? Так, тут надо по-аккуратному, медленно желательно двигаться. Врагов здесь очень дохренище. Вы сами, друзья, видите, что здесь за творится. Да, биом, конечно, ну. Админ, кто это делал, ой, молодец, но настолько ужестить, блин. Что там такое? Тут турели вряд ли вообще будут затыкаться, в принципе. Турельки, держать оборону. Хотя... я сделаю немножко похитрее. Хрен узнает, что от этого биома ждать. Все. Получается, по две пушки в разные стороны, и все, ну его нафиг. Здесь просто кошмар. Меня уже приветливо встречают друзья старые. О нет, мне броню опять просандалили. Да вы издеваетесь, что ли? Это как так? Да что за дичь-то такая?
Я боюсь представить, сколько здесь за мной всего бежит. Особенно ночью. Стрелец, все дела, милота. Так, мне броню опять в ноль просадили. Какого? Я вот не понимаю, как? Была почти в норме. Ну ладно, попробуем как-нибудь без брони штурмануть, что я могу сказать. А, на такие стране точно надо с капиталом, блин, лететь. Да пошел козел. Ты мне сообщаешь, что я применял птичку. Гениально. Да ебаный ты мать. Чтобы вам пусто было. Так, нет, сюда надо с броней ехать. Так, а до брони, до брони, до брони. Я вообще сейчас могу здесь корабль, по сути, создать. Топливо у меня есть. Быстренько долететь. Собственно, все почистил. До дома не так и далеко. Ладно, сейчас, наверное, так и сделаю. Ага, а потом обратно как? Вот, блин. Здесь ремколки нету. Я ненавижу эту игру вот за это именно. Так. Скорее всего, друзья, сейчас, блин. Делать-то. Про них хрен я куда уплыву. Ну да. Скорее всего, на паузу будут думать. Что ж, броню отремонтировал. Вазелин захватил. Не поел. Давайте покушаем сразу. Знаете, я вот здесь поездил. Несколько, в общем-то, отфармил этих дефенсов. Вроде вот эти вот. Не трогал сейчас фортификейшены, потому что хочу с вами посмотреть, что это такое. И я что могу сказать? 10 тысяч патронов у меня вдулось, как и не было. Очень ужасный биом, но здесь если фармить, ездить, это вообще шикарно эти. Я видел. Было больно. Ага, с двух сторон меня. Как броню повредили, сейчас посмотрим. Жесть. Не, ну прикольно с двух сторон. Так, что там с броней? Не, ну держится, пока держится. Пока все держится. Я-то думал, это строение сейчас за 5 минут и поедем на следующее. Здесь турели вообще не затихают. Здесь биом это звездец. Это безумный биом, друзья. В общем-то, я хочу здесь все деревья потом нафиг с камнями посрубать и ездить фармить непись. Это просто идеальный вариант. Я вам вот честно скажу. Никакие не нужны ни киллбоксы для фарма. Вообще нафиг ничего не нужно. Что у тебя было? Ты у нас друг с дробашком был, да?
Да выпендривался, дятел. Этот бедняга как помер. Так, слушай, аптечки у меня есть. Может, телепортиком воспользуемся? Куда я попаду? Так, здесь у нас эсики. Или телепорт напоследок оставить. Я поставил на мобильность. Ты вообще сдохнешь сегодня или нет? В общем, поставил я 4 модуля на мобильность, кому интересно. Очень хорошо работает. Вот. Все на мобильность. Бегаю теперь как бог. Ну, не как бог. А по сравнению с тем, что было, конечно, отличается резко. Ну, где ядро-то, это, наверное, и так понятно, да? Где не очень. Есть что, еще проход вниз есть? Или наверх? Я что-то не понял. Так, ну ядра не тут, не там нету. Это что за нафиг? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что это такое? Чем это едят? Я, блин, знаю. Это ядро пока рано уничтожать. Что-то есть наверху, походу. Довольно забавное строение. Ладно, с ядром потом разберусь. Все проковырять это проблем никак не составит. Мне интересует, куда телепорт ведет. Ну что ж, перезаряжаемся, хилимся. Давай, рискнем. Интересно, где реально? Ну, молодец. Ха-ха, с Богом, ура! В атаку! Вопрос, правда, куда? Ну да ладно. А чё? Радар стейшн, серьезно? Воды. Это забавно. Радар Стейшн типа такого домашнего уюта, да? Ага, ну давай посмотрим. Почему бы и нет? Ой-ой, а что-то КП-то мало стало. А, я понял, это типа вход.
Такс. Еще одну аптечку. Вот здесь по одному респится. Как-то странно довольно-таки. Вот здесь уже по два и походу ракетчика. Проверять не хочу. Там на улице орут, смотрю, не кисло. Так, еду сразу заберу, к себе в холодильник закину. Так, аптечки. Пригодятся. О, супчик, слушайте, неплохо. Это не радарная станция, это прям столовая. А ну-ка. Хорошая гостевая комната. О, бурка 2, блин, мог и не покупать. Я все равно сейчас еще ничего не бурил толком. Возьму. Ага. Понял. Так, ладно, я здесь уже забился. Надо бы это куда-то все положить аккуратненько. Так, холодильник, холодильник. А, хотя ладно, хрен с ним. Кушать хочешь? Удачно я зашел. Здравствуйте. О, тяжелая бронька запасная. Отлично, спасибо, игра. Нет, за это вот не благодарю. Что это, блин, за место такое? Хорошо. Телепорт, а ёперный театр где? Ой, этот. Слышу, где это? Они еще есть. Так, ну это вход вообще. Да лучше не ходить. Куда ходить не хочу. Ага, здесь, скорее всего, есть эта батва, да? Пока все в порядке. Пока все в норме. Я, блин, здесь, простите, забыл.
Так, ну это центральное помещение, ни хрена. Это тут радарная станция, это... Она еще, может, и в землю уходит, да? Довольно интересно. Он здесь орет. Наверное, на улице. Так. Никак, да? Еще два помещения. Затупили. Бывает. О, игра, не дергайся. Эти уроды бесят. А, он помер, зашибись. Так. Интересно, конечно. Но я все-таки не вижу то, что я в основном искал. Так это... О, ясненько. Что ж, друзья, продолжим в следующей серии. Тут еще, вероятно, внизу. Хрен знает, сколько путешествовать. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Всем удачи. Всем пока. Как-то больно здесь жестко.